Якутские сборщики мамонтовой фауны вышли на пикет против барьеров в ремесле. С места событий передает Саргалана Федорова. Протестующие собрались в сквере имени Гагарина. Они выступают против произвола чиновников культуры Хабаровска, по мнению которых бивень мамонта является культурной ценностью, которую нельзя повреждать и нарушать целостность. Возникает вопрос, тогда зачем его добывать? В северных районах Якутии сегодня сбор бивня мамонта практически единственный источник дохода. Более 200 фирм занимаются сбором бивня мамонта. А все они работают на своих лицензированных участках. А недропользователи из районов перевозят в Якутск сырье, которое проходит экспертизу. Если обнаруживают кость, представляющую научную или культурную ценность, то она направляется в музей. Но, как правило, это единичные экземпляры, а все остальное можно легально перерабатывать.